Битком, как всегда. Едем в сторону Харькова на Изюм. 202-й, 204-й полк. У нас сегодня 4 машины. Одна уже полная стоит. А, уехала одна, газон. Вот, бус полный тоже. Здесь часть груза общакова. Очень много в этот раз сигарет, нижнего белья взяли много. Лекарства везем. И еще газель наша, как всегда. Ну, короче, в общей сложности где-то, ну, тонн 10 у нас, да, где-то есть? 12, может? Ну, где-то больше. Тут да. Только 9. 9, да. Короче, отправляемся на 2-3 дня. Дай бог, чтобы все было хорошо. Всем спасибо за поддержку. Всем нашим подписчикам, всех, кто смотрит наш канал. Так что с Богом, поехали.